Ирочка, думала ли ты 3 года назад, что сегодня ты будешь гастролером номер 2? Я никогда об этом не думала, но всегда старалась не думать, но где-то подсознательно я всегда к этому стремилась. Ну вот сейчас в Музабузе уже объявили, что ты собираешь залы, ну, после Аллы Борисовны. Других таких нет? Для меня это большая честь. Я просто для этого, наверное, работала, отдавала себя, свою душу. Мне действительно это очень хотелось. И то, что меня так признали, для меня это большое счастье. Ир, а вот 5-7 лет назад и жить было проще,
и как-то все было спокойнее, и деньги были другие. И, наверное, вот устроить себе такую судьбу, такой успех было гораздо легче, легче. Почему это тогда не случилось? Ну, наверное, потому что тут даже дело не в деньгах, не да, во времени, конечно же, да. Знаешь, я, может, пооткровенничаю немножко, можно? Дело в том, что даже в то время, сейчас как раз с этим легче, но в то время было такое понятие, как расплата в горизонтальном положении. Ничего, что я так смело говорю. Вот для меня это, хоть и говорят, что я пою о несчастной любви, все равно любовь для меня это святое. И как расплату я это не принимаю никогда. Что, сколько, с кем, это мое личное дело, но это мое, оно здесь. Оплатить этим надо было всегда платить. Я горда просто на сегодняшний день, что ни разу мне это не пришлось сделать. Может быть, поэтому оно и поздно пришло, а может быть, наоборот, что хорошо, что это все так выстрадано со своей болью, с силой какой-то уже. Ира, вот это шоу, которое сейчас мы видим, это предел? Пожалуйста, так, это не шоу. К сожалению, шоу, мы все знаем, что такое настоящее шоу. На это пока нет возможности. Это просто сольный концерт, отчет, новые песни и радость от встречи со зрителем. Я надеюсь, что я им тоже доставляю какую-то радость. Вчера, в таком случае, мне так показалось. Не нужно шоу только. Так это что значит? Это не предел мечтаний? Будет еще что-то вообще грандиознее? Да нет, конечно. Это не то, что не предел мечтаний. Это просто еще не исполнено, ну, вернее, исполнено на 1/10 того, что мной было задумано. Пока нет возможности, при том, что, вот опять же, я имею возможность поблагодарить людей, которые мне помогали в этом, и просто друзья. И ты, Галочка, тем, что мы с тобой уже столько лет знакомы, верой какой-то в меня. И плюс людей, которые помогли материально, потому что, знаешь, даже сосед мой по дому недавно как-то, я выезжала из дома, а он идет почему-то без машины. Я говорю, садитесь, я вас подвезу, я люблю сама ездить, как ты знаешь. И он начал, вот, ну, наверное, эти представления вам очень много дадут. Я так не поняла, говорю, что вы имеете в виду? Ну, материально. То есть никто не подозревает о том, что сегодня сделать такое представление, вот, вообще всем, и духом, и светом, и всем, чем можно, что это не наш заработок, а это еще нужны очень большие деньги. В этой программе.